Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня вторник, выходной. Я выгуляла Сочи, влажная. Но прежде чем идти в бассейн, хочу вскрыть. У меня три посылочки. Три. Три держателя телефона в машине. Хочу вам показать, что я, да, много лет пользовалась и до сих пор работает. Вот видите, клейка. Но сейчас очень хорошо держит телефон. Но сейчас жара. Просто все плавится и не держит. Вот эта клейка стала отклеиваться. Ну, уже и она стареть начала. В прошлом году не сваливалась. Поэтому сейчас появились новые тиктоки. Держатели айфонов, других моделей, но без клейкой плоскости. Подвешивать, так сказать. Ух ты! Вот показываю, видите? Это одеваться будет на зеркало. You want to see, Daniel? I start open. Все надо прикрутить. Все надо прикрутить. Вот это вот держатель. Держатель. Ну, тут все указано. Вот Remove the Protective Film. Держатели. Это на зеркало. Не буду сейчас собирать. Видите, можно двигать в сторону прямо. Вот болтаться вот так туда-сюда. Ну, не болтаться, но закрепляться как надо. Данилка проснулся и пойдет спать. А мне надо разобраться. Итак. Смотрим на схему. Откручиваем, что ли, эту. Вообще не специалист я, конечно. Но тут видите, прям как эти. Будут держаться они за зеркало. Но могут и соскочить при больших кочках. Но у нас больших кочек нет, поэтому мы будем надеяться, что... Вот я уже так присмотрела, вот видите. Так. А потом к этой. К этой. Легко. Ну, все, оно, конечно, на самом деле дешевое. За пересылку $8. Ничего вечного нет, ничего, как говорится, прям такого стабильного, знаете, что никогда не сломается, ничего нет. Ну, что-то я вот их и крутила. Попробуем еще. Схемы нет. Ему вот кажется все просто. А тут вот, когда сила немеренная, ты же можешь... Может, это надо прикручивать? Я так подумала, что вот эту вставлять и потом закручивать. Сейчас попробуем. Хорошо.
расширять надо. Расширители. Ну-ка. Вот эти надо пленочку убрать. Написано же. И вот эти раздвинуть. И тогда эта бульбочка туда войдет и закрутится. Все. Ну, поняли, да? Вот это будет на зеркале. Короче. Болтаться. Сложу всю быту. И хотела я одну, но заказалось две. Вообще в Амазоне так легко заказывать, а в этом ТикТоке что-то у меня в одну корзину не получилось. Получилось три отдельных корзины, но одновременно с доставкой. Ой. Визор одеваться, который от солнца закрывается. Что, картинка красивая. Подлиннее можно, тоже в сторону. Складывается, можно использовать как селфи. Вот она, видите, такая. Ну, кто заходит в этот ТикТок? Эту рекламу, наверное, видели неоднократно. Что-то я вот в этом Амазоне этого не нашла. Таких. Все наклейки. Так, не сломай. Сила немеренная. Боюсь, вы знаете, боюсь, у меня Дэниел очень осторожно делает, хотя он тоже сильный. А я ж не понимаю. Короче, это должно открыться. А это, видите, вот просто защепка. О, она защипнет. А это уже вот длинная. О, Господи. Короче, вот как? Вот как продавать вот обзор? Делай обзоры на ТикТоке. Короче, с меня точно обзорщика никакого не будет. Unhold. Fold. Unhold. Do you, Daniel, you want some to take your car? Боюсь открывать. You ask me to. I order for you. Боюсь открывать, представляете? Придет, не придет. Почему я боюсь, не знаю. Ну, пластмасса же, что она отломится и все. Ну, так легко показывают вот в этом рекламе, как это, что так легко все, ну вот это, конечно, видео легко, по разные стороны можно цеплять, но вот как эту открыть, я боюсь, уже что-то нажимать надо, а может вот, вот, видите, реклама пошла, а это можно вот и сверху, и снизу. Так, вот опять та же самая пипочка. Мы сейчас должны ее вогнать. Данилка, I buy for you. You see, sun razor, you can pinch this. Pull it for me this. Things to hear. Okay, just push it in. I'm afraid. No, just push it in. This is this one? With the one in. You just push it in, don't you? Oh. There. See how hard that was? You see, I'm afraid. It's gonna attack you. But is this for you? Because I have two there, this. Yeah, but how do you put them on your thing when you got this? This is, you see? You put it on. Tight.
Yeah, okay, Lou Wolf, I see that point there, but where is this? Oh, this is the part that hooks on your sun visor? Yeah. Yeah, Lou Wolf, I see that. There's not a lot of moving parts. Yeah. But how do you... This doesn't... Oh, okay, it does. This only one. Because you wouldn't want to put this on your... That I understand. You don't want to put this on your driver's side sun visor. Okay. You can put it aside. Yeah, but it would be in your peripheral vision. I try doing. Whatever. Try doing passenger. You enjoy it. You ask me, I water. I did not ask you to water me nothing. No, you ask me. You sit and hold there. My phone sits in the center console of my truck, and that's that, because I don't answer when I'm driving. Daniel, you can this put it in passenger. Yeah. Sure. I cannot try, I don't have the car. Hey, that's not my fault that you broke your car. Ой, ну, Дэниел. Короче, заказал мне, сейчас не хочет. Потому не подарю тогда. Вот, видите? Моя машина на ремонте. И вечером мы позвонили, они даже ее не посмотрели. Это до сих пор... День независимости, и не все вышли на работу. А, ну еще, видите, и это может и нагибаться, и прогибаться, и выдвигаться. Вот это, наверное, будет тоже в разные стороны. Ой, ой, ой. Куда хочешь, туда и гнешь. Короче. Если я опущу это вниз, то это должно быть сверху. Ну, вот такие вот у меня на Дэниела купила одну, но он, видите, отказывается. Раз он сказал, это... Можно все это шарики в ролики воткнуть, то я это сделаю, конечно. Вот. Но здесь вот надо, по-моему, расширить. Не входит, как он сказал. О, пошло. Предлагает вот это рекламировать и продавать, если кто-то купит по ссылке у меня, так я буду $2 получать, но я так рекламирую, что вряд ли кто-то захочет купить. Тот еще рекламщик. Ага. И вот тут на болтик сейчас мы прикрутим. Вот пригляделась, так вроде разобралась. Они же не показывают, как они собирают. Они уже в собранном виде показывают. Вот. Это двигается. И эту можно двигать, я так понимаю, в сторону, видите? Это цепляется за зеркало, а тут вставляется. Машины нет, я не могу показать. Машина в мастерской. Вчера мне сотрудница привезла, Дэниел увез, сотрудница привезла. Вот. А сегодня выходной, завтра Дэниел увезет. Ну, может, и заберет меня пораньше, уйду с работы. Вот такие у меня посылки. Спасибо за обзор со мной.